Значит, берешь отсюда влагу. Не очень влажно, суховато, цветом ультрамарина плюс розовизну. Вот такую достаточно вязкую. То есть чуть-чуть разбавляешь, ну, чтобы совсем уже не было сухо. И пятнисто, штриховательно по высоте. Там есть это, да? Угу. Ритм, некий ритм укладок. Нашвырять все это. Хорошо? Угу. Вот. Потом возьмешь мастихин и начнешь возделывать глянцевый мастихиновый мазок. То есть это будут и вот такие укладки, и штриховательные укладки, и шпатлевательные в тех местах, где у нас там белые будут паруса и так далее. Хорошо? Угу. То есть пока вы такую вязкую среду создали. Это очень красиво. Очень. И очень богато по цвету. Ты уже богаче, чем он. Ну и она. Это, кажется, она. Значит, сюда отражение вытянуть. Вот так. Вот так прямо вытянуть. Чуть-чуть. Если некоторое будет несходство с картинкой, ничего страшного. Потому что здесь произвол естественен будет весьма. Немножко подмутнить вот эту теневую, чтобы она стала, вот как и у него, мутноватой. А это я бы так и оставил. Очень красивые пятна. Идеально. В воде повесить все. Повесить. Даже если у него несколько будет не так, повешенное в тихой воде будет звучать здорово. И потом просто вот это повешенное начать перерубать горизонтальками. Горизонтальки создадут сразу настроение плоскости, да? Угу. Воды. Поэтому повесить. Сиреневатость, может быть, здесь подсунуть. Хотя все красиво в цвете. Очень красиво все. Ну, положи светло. Очень красиво у тебя в цвете. Идеально. Вот прям береги. Очень удачные пятна. Может быть, вот там, где совсем нет краски, чуть-чуть дополню, Но вот это вот, ну, шик, шик укладки, а это, знаете, шик. Похоже, я когда у вас розы рисовала, угу. Вот у тебя сейчас здесь вкуснее, чем у него в несколько раз. Вот бери, прям береги это пятно. Вот это пятно тоже беречь, это идеальное пятно. Это очень вкусно. Кто со мной не согласен? Вот есть, что грубовато, нет? Нет. Ну, у него скучнота по сравнению вот с этим куском. Здесь более живое. Когда будешь укладывать горизонтальки, будешь брать чернявочку. Это корабль? Класть на ребрышко мастихин. И выдавать вот такую линейку. А ее там чуть-чуть брать, да? Да, малую меру. Вот такую, малую. И выдавать. Хорошо? Угу. Здесь показать идею ухода. Там она есть. Идею ухода, да. Идею ухода кормы туда. Согласна, да? Угу. И здесь тоже идейка ухода. Вот туда. Кормы. Там те нагромождения, которые... Тоже вот достаточно, мне кажется. Слушай, ну как красиво поукладывал. Серьезно, аж даже непонятно, зачем тебе для этой картинки понадобился. Ну, понятно, что ты не знала, что так все просто. Давай. Да классно. Классный характер. Не так много мазочков. Мазочки своей густотой обращают, ну, частотой обращают на себя внимание. Нам не нужно внимание на фоновое пятно. Нам нужно внимание больше на центр, на вот эти вот вещи. Так, чуть-чуть, может быть, какую-то архитектурку, архитектурность добавим. Как-то оно кривое.
слишком синее, да, там пятно, оно слишком отличается от того, что на свету. На утоншение пошло, да? Смотри, прямо. Угу. Смотри. Стихина не получается. Посмотри, смотри. Угу. Ты же не пробовала вот так? У-у. Ну, да. Поэтому и не получалось. Я наоборот накладываю. Вот. То есть не все накладываем. Ой. Что-то вот так и подрезаем. Гораздо веселее. Ну, еще и цвета не хватало, да. Я бы не стал вот эту геометрическую фигуру в середине рисовать, которая там образовалась, потому что это идея уходящих туда бревен, но освещенных закатным солнцем. Ну, так красиво, потом какая-то... Да, это же закатное солнце чуть бьет и по вот этим местам. Чуть-чуть бьет вот так. Уже красиво все. Ага. Все по вертикали внизу. Много, они смотрятся ступенями или каким-то промышленным изделием. Так. Вот видишь, я аккуратно уничтожаю то, против чего я был. То есть смотрю, не осталось ли чего красивого на холсте от уничтожений. А вот то, что справа чуть уже, чем слева, лодка вот внизу, это нормально? А дело в том, что здесь мы видим больше корпус корабля. А здесь развернут, да, в эту сторону. Угу. Можно это даже внятно усилить. Согласна? Да, так лучше. А, смотри как. Во, вообще хорошо. Кстати, смотри, как неплохо прозвучала сбритость. Дымчато, загадочно. А если это вот срисовывается с чьей-то картины, как потом подписываться, разве можно? Как вчера один умный человек сказал, а я послушал, подумал, хорошо говорит. В искусстве нет плагиата, есть цитирование. То есть понятно, что это хитрый. Наверное, так не все думают. Хитрый звук я произнес. Вот. Ну какой-то в этом, какая-то логика в этом есть. Но культурные не подписываются. Свободная копия. Вот здесь напишешь фамилию свою, а сзади напишешь свободная копия с художником, ну там, такого-то. А если добавить, например, маленькую лодочку? А если маленькую лодочку добавить, то можно даже ничего не писать. Точечку. Это уже ваше произведение. Ну, все равно, чтобы совесть не мешала. Лучше написать с обратной стороны. Ну, да. Чуть, чтобы не на кромке воды, а чтобы было видно, да, было видно продолжение плоскости воды. Есть логика, да, что он не на столе стоит, а на необъятной плоскости воды. Я все добавляла, она размывается, не получается. Надо ее по горизонтали, да? Ну, да. Угу. Вот, и вместо одинаковых полос не одинаковые. То густо, то пусто. Зигзагом.
Смотри, вот эти полосы между собой создают зигзаг. Угу. То есть не лестницу, а зигзагину. Давай в таком ключе. Наверху все красиво. Но это с краской делаем. А, сейчас еще одна вещь. Еще одна. Да, немножко с краской. Берешь вещество и чуть-чуть. Чирк, чирк, угу. Чирк. Где-то резьба происходит. Ну тоже не забивай все подряд. Смотри, угу. Вот пусть там. Потом вот это я тут пыталась. Прикольные штуки. Не пытайся все повторить. Он ну, возьми. Там смотри, смотри, много. Смотри. Да, вот. Вот, вот. Вот я взял мастихин вот по такой траектории. Ну лишь бы не. Посмотри, что делается. Потому что там их много, да? Посмотри. Провязать. Вот так. А если вдруг не нравится, то пальцем, да? Да. У вас гораздо красивее, чем там. Смотри, вот они. Ну, оставьте мне чему. И даже довести ее до призраков некоторых. Ну, хоть как вот там, да. Немножко перепрорисованные. Ну, в принципе, съедобно. То есть некоторое сходство с. Ну, я не смотрю даже на картинку, просто мне кажется, пере. А, там то же самое, ясно, ясно. С мессершмиттами сходство некоторое. У вас лучше, чем чего? Прикольный там остаток. Ну, я не знаю, смотри, если что, можешь убрать. Ну, вот как-нибудь, чтобы это не... Вот здесь хорошо, вот оно прямо такое птичечное. Я щупаю, я не уверен. Спина. Я щупаю, я сам не знаю, спиной это или. О. А вода? Нормально, нормально. Вообще все, вполне, ничего да. Не это. Да. Полностью хорошо. Темнем. Это там зад. Ну, чтобы была угу. Связка с остальными. Она уже как ладья у нас получилась. Красиво. Угу.